Шалунова! И 3-1! И на льду в этот момент находился молодой защитник Прибыльский. И вот говорили мы о том, что Койлисто выходит с ним на лед и всегда должен стараться страховать своего молодого партнера. Но на этот раз у Койлисто это сделать не получилось. И Шалунов забрасывает третью шайбу ЦСКА в этой встрече. Смотрим, как зарождалась эта атака. Попов забирается в зону соперника по правому краю. Выдерживает паузу, отдает передачу на пятачок. И отмечаем, что Шалунов не стал сразу бросать. Выдержал гроссмейстерскую паузу. Положил на лед Еременко. И вот потом уже нанес бросок. Мастерски все сделал Шалунов.